Всем привет, с вами Олег, вы находитесь на канале Шашки. Сегодня мы с вами рассмотрим 4 простейших дамочных окончания, которые могут встретиться в практической игре и которые полезно знать и запомнить. Первое окончание. Ход белых. Ну, если белые будут ходить по двойнику, занимать бортовые поля, то черные просто занимают также бортовое поле. Если белые занимают срединные поля двойника, то черные также занимают срединные поля. То есть вытеснить их не получится. Есть возможность пожертвовать либо эту шашку, либо эту. Посмотрим, что получится из этого. Если белые пожертвуют эту шашку, черные побьют. Белые занимают нижний двойник, черные отходят. Ну, черные грозят занять большую дорогу, надо занимать ее. Теперь черные нападают на белую дамку. Если уходить с двойника, то выкурить черных с нижнего двойника не получится. Надо отходить опять на это поле. И позиция повторяется. То есть ничья обеспечена. В этой позиции надо жертвовать шашку А5. Черные бьют. Белые занимают нижний двойник. Черные вынуждены отойти. И теперь белые занимают пересечение большой дороги с нижним двойником. Ну, черным надо нападать. Теперь белые закрывают дамку шашкой. И спокойненько выигрывают. То есть пошли. Можно пойти сюда. И на любой ход черной дамки занять поле опять. И эти две шашки проводятся в дамке. И белые строят треугольник Петрова, уже вам известный. Если вам он неизвестен, можете найти видео в разделе «Видео плейлисте». Треугольник Петрова, там я подробно объясняю, как поймать тремя дамками одну дамку. Следующее окончание рассмотрим. В данной позиции большой дорогой владеют черные. Белые могут сделать только несколько ловушек. Допустим, пойти дамкой. Или на верхний тройник, или на нижний. Для чего это делается? Если черные займут поле c3 или e5, то белые пожертвуют дамку и занимают шашками большую дорогу. То есть напали, поставили дамку, ушли. И эти все три шашки проводятся в дамку и ставится треугольник Петрова с победой. Но у черных есть защита. Надо просто занимать либо поля H8, либо A1, либо поле B2 еще можно. Ну, допустим, так. Так, так. Белые не дают занять поле B2. Но есть поля A1 и H8. Отсюда их, так скажем, не выкурить, черных. Позиция ничейная. Ее полезно знать. Следующая позиция. Она встретилась в партии впервые Воронцов-Соколов в чемпионате СССР в 1925 году. Ход черных. Ну, в данной позиции черные проигрывают. Если они нападают на шашку F2, то белые жертвуют шашку. Делают выжидательный ход сюда, сюда, ну куда угодно. Черные бьют. И белые эффектно завершают партию. То есть ставят, зажимают дамку черных и шашку. В так называемый, можно сказать, туалет я называю. Или, можно сказать, запирают. Побеждают запиранием. Если черные занимают поле e5, то есть не дают развить эти шашки,
то белые также эффектно, очень эффектно побеждают. Белые жертвуют дамку, черные бьют и делают тихий ход, Fe3. И на любой ход черных они побеждают. То есть грозит отдача шашки, и белые хотят выиграть дамку черных. А на любой ход по большой дороге белые отдают шашку, вторую, и выигрывают оппозиции. Так красиво могут закончить партию белые. Ну, какие еще ходы есть у черных? Ну, допустим, можно сыграть на поле h8. Теперь белые развивают свои шашки. Играют f4. Ну, черные пытаются препятствовать белым. Белые закрываются. Надо уходить снова по большой дороге. Допустим, на поле b2. На поле, если уйдут на поле g7, черные. Ну, тут можно, допустим, на b2. Белые уйдут на e7. Если черные теперь уйдут на e7, на g7, то белые сыграют fe3. И, видите, грозят отдать дамку. И потом отдать две шашки и выиграть. А если черные сыграют сюда, то белые поймают черных таким образом. Давайте еще раз рассмотрим сначала. То есть, допустим, пошли сюда, развились, напали, закрылись. Ну, ушли, допустим, сюда, сюда. Ну, пошли, допустим, сюда черные. Белые играют Fe3. Теперь как играть черным? Если они играют на поле h8, g7 или f6, то белые жертвуют дамку и ловят черную дамку с выигрышем. То есть как играть черным? Надо уходить. Так. Такая позиция, ход черных. То есть пойти сюда нельзя. Надо, ну, куда играть черным? Ну, допустим, на поле c1 хотят зайти черные, и потом следующим ходом зайти этой шашкой сюда и сделать ничью. Теперь белые ходят. А, ну, в принципе, у белых теперь есть Два выигрыша. То есть можно пойти сюда и на такой ход сыграть так и так с победой. А можно еще сыграть по-другому. Ну, тоже красиво. Допустим, пойти сюда. И теперь сюда нельзя из-за такого. А если черные играют так, то белые играют на поле c7, черные бьют, белые бьют, и сюда нельзя играть, надо играть сюда, и белые спокойно проводят все три шашки в дамке. Ну, в принципе, проще сыграть на поле c5, так как тут быстрее победа достигается, треугольник Петрова не надо будет ставить. Вот такая интересная позиция. И рассмотрим еще одну позицию, заключительную на сегодня. У белых три шашки. Черные занимают большую дорогу. Ну, то есть, если бы у черных не было этой шашки, белые бы построили такую позицию. Опять же, и победили. То есть на любой ход по большой дороге белые бы пожертвовали одну шашку, вторую, третью, и поймали бы черных. То есть несложный выигрыш. Ну, в данном случае
Белые не могут этого сделать, так как у черных есть шашка на поле h4. Теперь, какие ходы есть у черных? Ну, если они играют на поле а1, b2, c3, то белые жертвуют шашку и ставят шлагбаум. Видите, это своя же собственная шашка будет мешаться черным. Затем жертвуют вторую шашку и легко ловят дамку черных. То есть на эти поля играть нельзя. А если черные идут на поле f6, то белые развивают свои шашки. Играют fg5, надо отходить. Играют gh6. Черные идут на поле a1. Белые играют на поле h2, дамку переводят. Ну, черные, допустим, играют сюда, сюда. Пошли сюда. Перевели дамку на g1. Ну, пошли, допустим, на h8. Сыграли fe3. И на любой ход черной дамки, то есть сюда нельзя, поймают. Допустим, сюда, сюда или сюда. Белые отдают шашку. Вторую, третью. И легко выигрывают черных. Мы оставили нерассмотренным поле g7, ход g7 черной дамки. Это поле достаточно для защиты. То есть, играя hg7 и gh8, черные добиваются ничьей. Остальные ходы ведут к проигрышу. И в данном случае белые ничего не могут сделать. Никак не могут выиграть. Сегодня мы с вами рассмотрели несколько, ну, не сложных, но все-таки полезных дамочных окончаний. Каждому будет полезно и, так сказать, сильным уже шашистам и начинающим шашистам полезно знать эти окончания. Всем спасибо за внимание. С вами был Олег. До новых встреч. Пока.